вообще очень коротенький ролик про улицу Победы. Днем, здесь вот днем в районе елочки, прогуляемся. Буквально 5 минут. Будет вечерний ролик, а может быть он уже был. Я не знаю. Просто хочется вам показать, какая обстановочка у нас в Лазурском. Предновогодняя. Собаки гуляют. Даже кусты украшены такими вот шариками. Упитанные голуби в Лазурском. Работает ярмарка. Ну, ярмарками, наверное, вас уже сейчас не удивишь. А вот упитанными голубями, может быть, и удивлю. Добрый день. Как вам наша красавица? Днем она тоже красива, но вечером в огоньках тут вообще нету слов. Пойдемте навестим нашего оленя. Ну, не повезло. В 2022 году мы обломали врага. И я так предполагаю, что Новый год он будет встречать без них. Удивленный взгляд его, за что? Как бы спрашивает олень, за что? Что я вам плохого сделал, люди? Ну, сам не понимаю, за что. Молодежь. Громко разговаривает, кто-то кому-то попал в голову. Я сейчас обойду и выйду вот с этой стороны площади. Хоть солнце у нас сегодня и не очень сильное, но все равно освещение идет с этой стороны. Поэтому отсюда будет все намного интереснее. Посмотреть на эту елочку, на эти арочки. К сожалению, днем они не так не ярко выражены. Готовятся вот такие вот домики. Будочки. Будут продавать всякие вкусности, наверное. Красота. Вот такая вот Лазурская. Простым, будним, но уже предновогодним деньком. Подарки в ящичках, такие большие подарки. Часики тоже сейчас не очень красиво горят. Они вообще не горят. Именно проезжайте туда. Проезжайте. Я не хочу вам мешать. Я сам тут. Иду к машинам. Ну что, друзья, вот такой вот коротенький ролик про Лазурск.